Всероссийское первенство по кикбоксингу в Барнауле собрало лучших юных спортсменов из 59 регионов. За попадание в финал шла ожесточенная борьба. Среди самых старших участников – яркий представитель Алтайского края Михаил Якушев. На третий соревновательный день он выполнил норматив мастера спорта. Такую цель он ставил перед собой еще год назад. Цель была поставлена задолго, наверное, еще в сентябре. Тренера обозначили нам ориентиры, куда мы должны двигаться. Момент, когда мне подняли руку, я просто почувствовал опустошение. Смотрю, все ребята там подпрыгивают, бегут меня обнимать, когда я из ринга выхожу. Опустошение. До конца вообще не верилось. Действительно, поддержка барнаульских трибун обязывала не упасть в грязь лицом. До этого Михаил дважды участвовал в первенствах страны и вылетал из турнира еще в первых боях. На этот раз, во время финального поединка, он сразу взял инициативу в свои руки. Итог – уверенная победа и приглашение в юниорскую сборную страны. Для меня это кубок, это исполнение мечты в первую очередь. Дальнейшие целеполагания мы таковы. Я попал в сборную России юниорскую и планирую с этой сборной добиться высот на международной арене, провести все лето, готовясь к дальнейшему турниру, в сентябре отправиться в Москву на сборы с главным тренером. Всего алтайские спортсмены завоевали на первенстве 19 медалей. 8 бронзовых, 3 серебряных и 8 золотых. Большинство призеров, так же как и Михаил, стали кандидатами на попадание в национальную команду страны. Артем Тарасов, Сергей Седых. Новости.